Участвуйте и побеждайте! С таким призывом к своим читателям обратились сотрудники газеты «Видновские вести», на страницах которой стартовал конкурс «Все сложится». В номере от 3 августа была опубликована статья, где поэтапно рассказываются правила участия в конкурсе. Начиная с этого выпуска, в каждой газете на последней странице читатели смогут встретить необычные пазлы. Всего их будет 8. Разбросанные картинки надо вырезать и собрать в единое изображение, наклеив на картон или твердую бумагу. Когда вы соберете все 8 изображений, нужно их сфотографировать и прислать на адрес, указанный в нашей статье, или выложить в Инстаграме с хэштегом «Видновские вести, все сложится». Отбирать лучшие работы будете вы сами. Все снимки участников сотрудники газеты «Видновские вести» разместят на своей официальной странице в Инстаграм, где пользователи социальной сети с помощью лайков сами определят победителей. Организаторы уверены, конкурс позволит не только проявить участникам азарт и изобретательность, но и ближе познакомить читателей с достопримечательностями Ленинского района. Это праздник. Праздник, посвященный Дню города и района, а в праздник, как правило, принято вручать подарки и получать их. Поэтому для своих читателей газеты «Видновские вести» мы разработали такую акцию, которая в дальнейшем потом при выявлении победителя непосредственно будем вручать подарки. Организаторы подготовили картинки всех 7 поселений Ленинского района, а в последнем, 8-м номере, от 28 августа читателей будет ждать фотоколлаж. Конкурсные работы принимаются со дня выпуска последней газеты и до 3 сентября. Награждение победителей состоится в День города Видное и Ленинского района на главной сцене праздника.